очень маленький, уютненький городок. Ой, ну какая красота! Перепрыгнула через лужу. Ну какой же душевный город, клёво. Какие-то штуковины. Камешки. Амстердам. Кабачок. А что? Кабачок. Где? Кабак. Вы же еще закомплексованы, Настя. Да, тут все понимают, что вот это Микки Маус, а не какие-то шары на кепке. Вообще Амстердам очень удивительный город. Тут все гоняют на велосипедах. И в чем прикол? Самый прикол. В том, что мало того, что эти велосипеды оставляют и не боятся вернуться, а велосипеда нет. Так еще и вот такие мопеды. Вот такие мопеды. Тоже абсолютно ни к чему не привязаны, без какой-либо сигнализации. Просто бери и уезжай на нем. Мы только что раскрыли секрет, почему все тут ездят на велосипедах. Они сначала выпьют, а за руль же нельзя нетрезвым садиться. Вот они все и потом на велосипеды садятся и едут. А красиво тут, очень красиво. Но темно что-то. Экономят на свету, на свете, на свету. Не знаю, как правильно. Эландстрат Центрум. Вот мы где. Плюнуть негде, все в велосипедах. Хоть один бы привязали. Но нет же, они же уверены, что это не своруют. Круто. Дедок вышел посмотреть, что мы тут делаем. А вдруг мы украдем его велосипед? Пока мы подумаем совершить что-то, какую-то подлость, да. Он уже на нас натравит полицию. И нас тепленькие сразу на месте преступления. Хабар схватит. Смотри, какой трамвайчик. Милый. Очень милый. Интересно, сколько стоит проезд у них, правда? Да, интересно, сколько стоит проезд. Автобус 5 евро. А трамвайчик не знаю. Ладно, мы сейчас посидим на лавочке. Будем ждать автобус. Ой, нет, не посидим на лавочке. На ней уже птички посидели. Будем искать Wi-Fi. 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 Фрешка у нас уже есть. Нам нужен Wi-Fi. Господи, куда мы поперлись? Что мы тут забыли? Просто пиво пьют. Тут просто пиво пьют. Сюда надо позвать Хованского. Ой, простите, извините. Это было сложно. Ждать. Настя, пойдем незасранную скамейку найдем, отдохнем. Пойдем. Вот так мы отдыхаем и ждем своего рейса. Вон там какой-то пингвинчик отдыхает.